Твоя не спасли, мир жительству Твоему даруй, и душам нашим верию милость. С недели первую по Пятидесятнице, в День всех святых, в Валаамском монастыре на Всесвятском скиту большой праздник. В этот день ворота скита открыты для всех, в том числе и для женщин, которые могут посетить Всесвятский скит всего лишь раз в год, вместе с крестным ходом, который идет от центральной усадьбы монастыря до скита. Множество людей со всей России приехали на Валаам, чтобы поучаствовать в этом событии. Братья монастыря и многочисленные паломники причащаются святых христовых тайн, ведь День всех святых еще именины каждого. Христос воскресе! Воистину воскресе! Праздник всех святых известен с конца 4-го, начала 5-го веков. Существует проповедь святителя Иоанна Златоуста на память всех святых по всему миру пострадавших, в которой уже указывается день празднования, аналогичный существующему в настоящее время. Среди песнопений преподобного Ефрема Силина также есть упоминание о праздновании в честь всех святых. Студийский, а затем иерусалимский тип иконы окончательно помещают праздник в честь всех святых на первую неделю после Пятидесятницы. Такая последовательность праздников обнаруживает их логическую связь. Святые просияли хоть и в разное время и различными подвигами, но по благодати единого Святого Духа, излившегося на Церковь в день Пятидесятницы. Я на Валааме первый раз, и, надеюсь, нет последний, поскольку мы здесь уже знаем все, которые приезжаем, что существует такая болезнь, от которой нет никакого лекарства не помогает, и называется Валаам. Кто первый раз придет здесь, он возвращается. Это большая честь, конечно, пребывать на этом скиту, поскольку на Валааме находится очень много скитов, которые закрыты не только для туристов. Но да, Всесвятский, он особый тем, что женщинам позволяется один раз в год. И я, конечно, очень счастлива, что это попало именно в эту третью заезд волонтеров, когда я здесь. Я раз на Валааме, очень рада, что попали сюда в такой святой праздник, когда скит открыт всего лишь один раз в году. Для женщин. А я 6-й раз. Я мечтала здесь побывать, и наконец-то у меня предоставилась такая возможность. Валаам — это место.